Всем привет! Сегодня вот будет необычное видео. Сегодня ни распаковок, ни в гараже ничего такого не будет. А сегодня я хочу показать, как я копчу рыбу. Вот. Есть у меня два карасика, ездил на рыбалку. Вот. Где-то они по 1,5–2 кг, такие нормальные. И сейчас я расскажу, что я и как делаю. Для копчения я беру рыбу. Несколько кусочков сахара, мне понадобится соль, вода и шприц. Сейчас я обрежу так бутылку, ну можно банку взять, я просто не стал брать, бутылку обрежу, разведу много соли, сделаю рассол и шприцом буду накачивать рыбу соленой водой, рассолом. В общем, вот в первую очередь я делаю рассол, насыпал соли я очень много. Вот, сейчас размешаю и буду шприцевать. Вот, размешал, набрал шприц. И теперь я делаю так. Я вот где-то каждые 5 сантиметров буду вводить по шприцу. И потом еще в пузо где-то 2 или 3 шприца. И так с каждой стороны. Сейчас с одной стороны, ну, получается где-то вот 1, 2, 3, 4 точки и сюда по 2 шприца. И с той стороны также по 4 шприца и сюда 2. В общем, с каждой стороны где-то по 6 шприцов я буду вкалывать. Шприцевал я рыбу. И теперь вот как я делаю в коптилке. Я не кладу опилки, а я кладу любые сухие ветки фруктовых деревьев и пару-тройку кусочков сахара для цвета. Вот. Сейчас я положу рыбу на решетку и покажу как. И коптить я буду на открытом огне. Получается вот так вот. Рыбка чуть-чуть вздулась, но это ничего. Сейчас вода пропитает ее. Это лучший способ, чем натирать. Некоторые натирают солью, там под шкуру, в жабры. Рассолом быстренько все, потом рыбка сочная и вкусная получается. Сейчас, в общем, закрываю крышкой. Зажгу огонь. И все, и где-то, ну, в зависимости от рыбы, я буду где-то час коптить, потому что караси большие, а так минут 40 для рыбы хватает. Ну, в общем, сейчас пройдет час и покажу, что получилось. Дует ветер, что-то поднялся, не знаю, будет в камеру слышно, нет. В общем, прошел час, сейчас я ее сниму с кирпичей, чуть-чуть, чтобы остыло, потому что сразу открывать нельзя, так как могут опилки у вас или, как я, ветки накидаю, могут загореться. Еще минут 5 она постоит возле огня, и тогда откроем, посмотрим, что получилось. Ну вот, чуть она подостыла, давайте открывать, смотреть. Ну, вот, смотрите, какая красота. Так, тут чуть-чуть лопнуло, все-таки я ее передержал, надо было минут 40 где-то, я думал, то что караси большие и надо будет час, но достаточно будет 40 минут. В общем, получилась вот такая рыбка копченая. То, что она вкусная, я не сомневаюсь, потому что все время так делаю. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Вот, заявлено, что они водонепроницаемые. Здесь у них все как у всех. Секундомер включен, китайцы включили. Чехол для подушки с английским бульдогом. Вот такой наборчик. Сейчас одену подушку и покажу вам.